На Ямале стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Все предпринятые ранее карантинные мероприятия сняты. Всего в двух детских садах округа разобщены три группы. За минувшую неделю к медикам обратились 4836 человек. У них диагноз ОРВИ. Сейчас окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 21%. Госпитализировано 134 человека, и в основном это пациенты до 2 лет. Что касается гриппа, то в 43 пробах выделен вирус гриппа А H1N1 и в 9 пробах выделен вирус гриппа А H3N2.